Привет всем, друзья! В этом видео вы узнаете, как сделать из четырех арматур очень нужную самоделку. Арматура мне попалась каждый столбик около метра. У трех штук арматур концы нужно наискось срезать, чтобы они острыми стали. Одну арматуру нужно порезать на разные кусочки, как показано на видео. В процессе вы поймете, на какие куски нужно нарезать арматуру. Все работы провожу на глаз, специальных замеров не делаю. Эта самоделка до такой степени легкая в изготовлении, что специальные индивидуальные замеры каждой детали не нужны. Нарезанные детали необходимо установить, как показано на видео. Две арматуры будут идентичны друг другу. Другая арматура, немного другая, будет немного похожа на кривой стартер. Все детали к арматуре приварить. Готовые изделия от ржавчины зачистить. Я использую УШАЭМ. Все готово, пришло время испытаний. Поближе покажу острые концы арматуры. Теперь осталось только разжечь костер и с двух сторон костра забить по арматуре. Таким образом, чтобы держатели смотрели в одну сторону. Как вы уже догадались, это получился вертел с держателями для костра. Я решил приготовить курицу на этом самодельном вертеле. Всегда приятно покушать что-нибудь вкусненькое на костре с дымком. На изготовление этой самоделки своими руками у меня ушло 20 минут. Кому такая идея была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться.